Переведено и озвучено студией AirVision. Film Frame Productions в сотрудничестве с MRB Network представляет. Ты заслуживаешь эту роль. Ты достойна ее. Мин, я останусь делать уроки у друзей после школы. Не задерживайся допоздна. Ужин в холодильнике. Разогрей его. Очень хорошо, молодцы. Все, кто прошел этот тур, должны быть в курсе, какой спектакль мы будем ставить дальше. В этот раз все будет по-другому. Мы поставим спектакль. Рамаяна Чары Ситы. Мне нужна новая исполнительница на роль Ситы. Я хочу видеть новых талантливых артистов. Поставить что-то совершенно особенное. Я выберу кого-то из вас. Того, кто сможет сыграть обе стороны Ситы. И светлую, и темную. Оставлю это тебе. Все ясно. Хочу отобрать самую достойную танцовщицу для этой роли. Итак, увидимся вечером в зале для репетиций. Продолжаем. Я тебе устрою. Если я не получу эту роль, то никто не получит. Чего уставилась? Thank you.
Ремонт. Мисс, вы в порядке? Что с вами произошло? Я тонула. Наверное, я потеряла сознание. Что вы там делали наверху? Этот этаж закрыт на ремонт. Вода капала с потолка прямо в гримерную. И я решила проверить, вдруг кто-то забыл выключить кран. Понятно. Я проверю, что там. Хотя там только недавно сделали ремонт. Возможно, какая-то протечка в трубах. О, понятно. Прошу меня извинить, мне нужно вернуться на репетицию. Спасибо вам большое. Наверное, они все в большом стрессе из-за конкурса. Да уж, в любом случае, сегодня вечером ты мне поможешь. Надо найти протечку. Да, сэр. Покажи мне, как ты видишь Ситу. Давай, еще. Еще соблазнительнее. Отлично. Пируэт. Еще пируэт. Быстрее. Могу я попробовать еще раз? Не нужно, достаточно. Джина, теперь ты. Thank you.
Я буду тщательнее работать над темной стороной Ситы, чтобы танцевать лучше, танцевать идеально. По правде говоря, мне не так важна сама техника исполнения. Мне важно передать характер персонажа, эмоции. Если бы у Ситы была только светлая сторона, то эта роль точно была бы твоя. Мон! 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 Где ты был? Опять играл в компьютерные игры у друзей? Нет, я был у Пика, делали домашку. Если темнеет, то нужно возвращаться домой. Зачем оставаться у друзей допоздна? Ну и с кем мне быть дома? Каждый раз, когда я прихожу домой, тебя тут нет. Мон, мне так жаль. Жаль, что мы мало проводим времени вместе, но мне нужно работать, чтобы нам было на что жить, или у нас не будет денег заплатить за школу. Эта работа важна для нас. Ну и как ты получила роль? Я уже утвердил Джину на эту роль. Мне жаль. Если бы не было Джины, то роль была бы твоя. Почему? Почему у меня не получается? Это же несложно. Я могу помочь тебе. Мон? Это ты? Здесь. Меня кто-нибудь слышит? Кто-нибудь слышит меня? Хоть кто-то? Я выбрала тебя. Я могу помочь тебе. Могу помочь. Могу помочь. Могу помочь. Я могу помочь тебе. Помочь. Могу помочь. Я могу тебе помочь. Помочь, помочь, помочь. Помочь. Я могу тебе помочь. Давай же! Ты станешь Ситой! Нет! Мне не нужна твоя помощь! Прочь, уходи прочь! Нет! 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 Это мне напомнило старые времена. Кстати, а когда придет Мэй?
Скорее всего, к премьере. Мэйд, скажи мне честно, почему ты снова решил открыть этот театральный зал? Мне не нравилось, что он был так долго закрыт. В прошлый раз ты сказал, что у тебя закончились деньги для театра. Так что ты его закрыл и просто улетел куда-то. Тогда я так и не понял, в чем дело. Забудем. Столько времени прошло. Сейчас у тебя все снова стабильно. Я слышал, твой бизнес за границей процветает, не так ли? А ты нисколько не изменился со студенческих времен. Мне иногда кажется, что без новых постановок ты не сможешь жить. Но почему именно этот спектакль? Сейчас все будет по-другому. Я изменил роль Ситы, улучшил ее. Это будет другой спектакль. Сейчас сложно кого-то увлечь такими историями. И бюджет требуется немалый. Я не вижу смысла вкладываться. Да, ты стал прямо настоящим бизнесменом. Куда же делась твоя артистическая кровь? Вот. Если этот спектакль настолько неинтересен, то почему же спонсоры проявляют к нему интерес? Я уверен, что мы сможем привлечь еще. Как видишь, мы готовы. Наши актеры, танцоры, они великолепны. Свежие лица, очень талантливые. А ты, как настоящий человек дела, должен понимать. Если мы остановимся сейчас, то потеряем все деньги. Ну так что? Хорошо, я только обсужу это с Мэй сначала. Конечно. Поверь мне, в этот раз все будет просто великолепно. Пошли, Джин, репетиция начинается. Да-да, уже иду, макияж только подправлю. Так, все готовы? Джина в туалете. А, ладно, ничего страшного. Пока мы ее ждем, я бы хотел выбрать дублера на роль Ситы. Этот спектакль крайне важен. У нас нет права на ошибку. Итак, Мин. Сначала ты. Где темная сторона Ситы? Больше агрессии. Будь обольстительнее. Это все, что ты можешь? Ты можешь лучше. Освободи себя. Отдайся персонажу полностью. Прими его. Мисс Джина,
Она упала с лестницы и находится без сознания. Выглядит все очень плохо. Джедай, как там Джина? Она сильно ударилась головой. Никто не знает, как она. Как вы могли допустить, чтобы затопило этаж? Я исправил все неполадки в трубах. Не успел проверить только верхний этаж. Но я повесил табличку «Не входить». Не понимаю, почему Джина решила пойти наверх. Там же все закрыто. Не знаю, но нам нужно совсем разобраться. Да, сэр. Джинни потребовалась срочная операция. У нее произошло кровоизлияние в мозг. Я верю, что это был несчастный случай. Я попросил мистера Вина еще раз проверить все. Надеюсь, что это не отразится на репетициях. Мы все здесь профессионалы и должны продолжить работу. Однако, нам нужен кто-то на роль Ситы. Мин, это роль твоя. Да, я сделаю все, что в моих силах. Почему вы решили снова поставить этот спектакль? Вы же приостановили работу над ним на 2 года. Ну, потому что история Рамаяны имеет большую ценность. Это само отождествление с Таиландом. Любой продюсер был бы счастлив работать с таким сюжетом, и мы почти уже готовы. Речь идет о хорошей и качественной продукции. Мы говорим о больших финансовых вложениях. Мы привлекли новых талантливых исполнителей. В прошлый раз мы оказались не совсем готовы, но в этот раз... Учли все и точно готовы. В этот раз представление будет незабываемым. Удачи вам. Спасибо. Спасибо огромное. Приветствую всех уважаемых гостей. Прежде всего, я хотел бы упомянуть одного очень важного человека. Эта женщина была вдохновением для меня. Она настоящий кумир всех моих танцоров. Ее искусство — гордость нации. Давайте поприветствуем продолжительными аплодисментами великую танцовщицу и актрису мисс Синди. Она заслужила свою славу. Но теперь она также заслужила отдых. Танцевальная индустрия прощается с ней. Мы всегда будем помнить тебя, Синди. Мы никогда тебя не забудем. А теперь мы запускаем новый спектакль «Рамаяна». «Рамаяна. Чары Ситы» в абсолютно новой инсценировке. И роль Ситы сыграет... Мисс Минтра Махабутар. Вот где ты прячешься. Мои поздравления, теперь ты новая звезда сцены. Спасибо, миссис Мэй. Можешь звать меня просто Мэй Мин. Твоя настойчивость и трудолюбие дали свои плоды. Но мне нужно еще столько работать, чтобы стать лучше. Этот бизнес очень жесток. Тут все готовы идти по чужим головам. И мы, женщины, должны сделать все, чтобы защитить то, что заработано упорным трудом. Если мы что-то завоевали,
то не должны больше это выпускать из рук. Мин, почему ты так странно смотришь? Что-то не так? Нет, нет, ничего. Последнее время я живу в стрессе. Мин, через 5 минут групповое интервью. Хорошо, уже иду. Вам же тоже нужно быть там. Да, верно. Ты иди, я сразу за тобой. Хорошо. Увидимся на интервью. Чувствуй себя как дома. Хорошо. Присаживайся. Я хочу поговорить с тобой о роли, чтобы не было недопониманий. Конечно. Мне хотелось бы, чтобы все было кристально ясно. Так же, как и я. У тебя есть молодой человек? Нет. Мин, может, попробуешь вина? Ты хочешь переспать со мной? Мэйд? Ты в порядке? Мне кажется, я слишком много выпил. Не могу даже говорить нормально. Наверное, тебе пора. Давай продолжим в следующий раз. И потом у тебя утром репетиция. Портье внизу вызовет тебе такси. Пять, шесть, семь, восемь. Продолжаем. Что случилось? Синди, ее сбила машина. Как это произошло? Ее сбила машина прошлой ночью. Говорят, она пыталась перейти дорогу. У нее переломана вся нога. Это же неправда, да? Тебе не кажется это странным? И Синди, и Джина. У обеих несчастный случай. Да уж, определенно. Что же случится со следующей ситой? И это будет... Привет, Мин. Мин, я вовсе тебя не имел в виду. Все в порядке. Я не переживаю из-за этого. Ну, тогда я пошел на репетицию. Эй, меня подожди! А теперь время помочь мне. Не подходи ко мне! Я же сказала, не подходи! Не приближайся ко мне!
надо! Не подходи ко мне, пожалуйста, не надо! Не надо, я же сказала! Не надо! Мин! Мин! Что с тобой? Ты меня напугала. Все в порядке, мне просто... Ты обещала? Отстань от меня! Я ничего тебе не обещала! Оставь меня в покое! Мон? Мон, ты? Мон, что ты делаешь? Мон, Мон, положи резак. Мон, я же сказала тебе положить резак. Мон, не делай этого. Мон, не надо. Я же сказала, не надо. Мон, не делай этого. Мон, Мон, Мон. 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 Мон! Мон, ты меня слышишь? Мон! Зачем ты это сделал? Мин, почему ты плачешь? Мне так жаль. Извини. Хватит, хватит. Все, объявляется перерыв. 10 минут. Мне так жаль. Что произошло? Линия танца неверная, и твои эмоции, их там не было. Что с тобой? Пожалуйста, докажи, что я сделал верный выбор. Мягкие движения руками.
Отлично, выглядит прекрасно. Вживись в темную сторону Ситы. Почувствуй, как энергия дьявола наполняет твое сердце. Это выше тебя. Ты не властна над собой. Тебе никуда от этого не деться. Oh.
Зачем ты пришла сюда? Ты хочешь надо мной поиздеваться, как ты посмела? Нет, все совсем не так. Я хотела тебя спросить кое-что. А ну-ка, отпусти. Да ты издеваешься надо мной. Что с тобой, Синди? Как ты смеешь издеваться надо мной? Да я убью тебя! Хочу, чтобы ты сдохла! Что я тебе сделала? Отпусти меня! Запомни, если я не могу получить эту роль, то никто не может. Сита! Уходи! Уходи, не приближайся ко мне! Уходи! Убирайся! Все хорошо. Убирайся! Вон отсюда! Не смей приближаться ко мне! Прочь! Сита Манеджан уволена. Добрый день, бабушка Шим. Я могу увидеть Ситу? Ты ее подруга? Мы танцевали в одном театре, но я давно уже ее не видела. Пойдем поговорим внутри. Позвольте мне помочь. Спасибо. Вот, вода. Ты напомнила мне Ситу. Тебе тоже нравится танцевать, как Сити, верно? Да. Сита всегда любила танцевать, с малых лет. Она даже решила поменять имя на Ситу. Это имя ее любимой героини. А какое имя у нее было до этого? Бусаба. Означает цветок. Цветок? Thank you.
От Ситы, скучаю по тебе. Люблю тебя, Мейт. Скучаю по тебе. Мне так жаль Ситу. Она была сиротой, у нее не было других родственников, и никто из друзей не справлялся о ней. Ты первая. Так как ты первая, помогай мне иногда присматривать за ней. Да, конечно. Но сейчас мне нужно уйти. Да. Удачи тебе. Спасибо. Мейт, это Мин. Мейт? Ты там? Мейт. Зачем ты пришла? Тебя не было на репетиции сегодня. И мне нужно спросить у тебя кое-что. Я не очень хорошо себя чувствую. Так, о чем ты хотела спросить меня? Ты же знаешь Ситу. Она раньше выступала в нашем театре. А ты ее откуда знаешь? Мы друзья. Если вы друзья, то зачем ты спрашиваешь меня? Почему бы не пойти к ней и не спросить? Потому что она исчезла. Исчезла? О чем ты говоришь? Не понимаю. Сита работала в нашем театре. Она была такая же, как все. Потом нашла другую работу и уволилась.
Вот и все. Но она не вернулась домой. Может, ты знаешь, куда... Я сказал тебе все, что знаю. Разве тебе больше нечем заняться? А тебе есть чем, я смотрю. Извини. Прекрати! 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 Пожалуйста, не надо! Я не лгу тебе! Пожалуйста! Добрый день, мистер Тот. Мистер Винаи, вы видели сегодня Мейта? Я ему звонил несколько раз, но мистер Мейт приболел. Его уже несколько дней не было. Но завтра же генеральный прогон, правильно? Да, сэр. Все готово. Да, все готово, только есть небольшая проблема с трубами. Я пойду проверю трубы наверху. Да, конечно. Прошлой ночью в районе Самк, провинция Фатхунтани, полиция получила жалобу от местных жителей. В итоге было обнаружено тело мужчины средних лет. Тело утопленника было извлечено из канала. Мужчину звали Сорн Кемгарм. Он работал могильщиком в местном храме. На данный момент полиция говорит, что он был в состоянии наркотического опьянения и случайно упал в канал.
Не надо! Не надо! Не надо! Включите свет! Тот, пожалуйста, помогите мне! Что происходит? Да что с тобой? Мне страшно! Тот, пожалуйста, Мэйт, помогите что мне! Что происходит? Не надо! Не надо! Не надо! Эй, Мэйт! 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 Все в порядке. Он очень много работал в последнее время, и у него большой стресс. Не беспокойтесь, спектакль состоится, как и запланировано. Могу вас в этом уверить. Ну что, давайте продолжим. Звонок от Тодда. Мэйт! Эй, Мэйт! Эй, Мэйт! Мэйт? 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 Мин. Мэйт. Мин, пожалуйста, помоги мне. Мэйт, что с тобой? Я же следующий, да? Я следующий, мой черед. Да что происходит? Сита. Помню, как Сита пришла на первое прослушивание. Она всегда танцевала в традиционном тайском стиле. Она была неотразима. Когда она танцевала, это завораживало и пленило. Ей многие завидовали. Я же был ее поклонником. У нас начался бурный роман. Она была такой амбициозной. Стерва. Стерва. Она всегда хотела роль Ситы. И готова была сделать все, чтобы ее заполучить. Ты понимаешь? Понимаешь? Но и я не все мог решить. Я решил оставить ее. И подтолкнул ее к другому мужчине. И это было неправильно. А что потом? Нет, 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 нет. Мэйт, подожди, Мэйт. Откройте, откройте.
Нет, не надо. Мин! Мин! Мин, пожалуйста, помоги мне! Мне страшно! Не приближайся! Мне страшно! Уходи прочь! Мэйт! Мэйт, стой! Мэйт! 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 Прочь! Уходи! Мэйт! Сита! Сита, мне так жаль! Не приближайся! Пожалуйста, не подходи! Мэйт! Мэйт, это Мин! Это Мин! Не приближайся! Мэйт, это не Мин! Не подходи! Пожалуйста, отойди от перил! Мин, пожалуйста, помоги мне! Да, но сначала сделай шаг вперед, хорошо? Сита, я был неправ. Сита, пожалуйста, прости меня. Мне так жаль. Не двигайся. Стой на месте. Я хочу тебе помочь, пожалуйста. Не надо. Не надо. Нет! Вы считаете, что упавший мужчина был замешан в пропаже той девушки? Да. И управляющий, тот, который убежал, каждый тоже мог быть замешан. Каждый из вас должен прийти в полицейский участок для дачи показаний. Охранник, ты знаешь, где живет твой босс? Да, конечно. Винай, выходи из машины. Мистер полицейский, пожалуйста, помогите мне. Она меня преследует, она хочет убить меня. Я ужасно боюсь. Пожалуйста, помогите мне. Спасите меня. Я боюсь. Спрячьте меня. Увезите отсюда, я так боюсь. Вы знаете, почему мистер Мэйт упал с крыши? Сита. Сита его убила. И она убьет каждого, кто с ней плохо обошелся. Это ведь пропавшая танцовщица? Я правильно понимаю? Да, но она не пропала. Однажды мой босс попросил помочь ему. В обмен на большую сумму денег. Помочь избавиться от мертвого тела. Сита, она была танцовщицей. Ее звали Сита. Я нанял мистера Сорна, могильщика из храма, чтобы он помог нам избавиться от тела, спрятал его где-нибудь. Сита была бывшей девушкой мистера Мэйта. И как только она ему наскучила, он ее бросил. Вот что мне известно. При расследовании дела Чай Чарна Нопрачая, известного в театральных кругах под именем мистера Мэйта, упавшего с крыши театра, полиция нашла новые улики по делу об исчезновении девушки. Мисс Сита Манеджан пропала 2 года назад. Она была танцовщицей в театре Нартая. Также был арестован управляющий театра Нартая мистер Винаи. Он признал свою вину и дал показания. Дело о пропаже мисс Ситы переквалифицировано в дело об убийстве.
Три основных подозреваемых по делу – могильщик Сорн Кенгарм, который ранее был найден мертвым, управляющий театра Винае Савансунг и, наконец, известный инвестор Тодд Китпайсан, которого полиция подозревает в убийстве. Я же сказал тебе, так не может больше продолжаться. Почему ты это говоришь? Я беременна, я потеряла роль Ситы. Ты во всем обвиняешь меня, не принимаешь ребенка, бросаешь меня. Ты можешь сделать аборт, и тогда роль Ситы снова будет твоей. Я не собираюсь убивать своего ребенка. У него никого нет, кроме меня. Если ты откажешься от ребенка и от меня, то я все расскажу прессе. Стой, остановись. Ты не можешь этого сделать. Ты думаешь только о себе. Чего ты от меня хочешь? У меня есть жена. Мне жаль. Тогда тебе придется жалеть всю оставшуюся жизнь. Подожди, давай все обсудим. Пожалуйста, давай поговорим. Нет, оставь меня. Мне больно. Подожди, Сита. Я сказала тебе, отпусти Сита, меня. Сита, остановись. Сита, Сита. Мэй! Мэй! Этого не должно было случиться. Тодд, что произошло? Этого не должно было случиться. Что же мне делать? Мэй! Она жива! Сита жива! Пожалуйста, помоги мне, Тодд! Тодд! Пожалуйста, помоги мне! И что вы будете делать? Хотите, чтобы я закончил за вас работу? Если да, то мне нужна двойная оплата. Ты иди сюда, поможешь мне, чтобы управиться с этой сучкой, нужно больше рук. Я не собираюсь участвовать в этом. Ты и сам справишься. Ну и ладно, один справлюсь. Тодд, пожалуйста, помоги мне! Помоги мне! Помоги мне! Будь сильной. Живи без меня. Я всегда буду любить тебя. Сита! Сита, прости меня!
Сюда, лейтенант. Сэр, мы нашли ее. Сита, если бы ты была живой, ты бы стала великой танцовщицей. Надеюсь, ты нашла покой. Спасибо тебе. Последний рабочий день. Ты будешь скучать по этому месту? Да ты шутишь, наверное. У меня кошмары по ночам из-за него. Давай уже, собирайся быстрее. Привет, друзья. Вы видели учителя Дау? Да, я видела сегодня днем. Не уверена, что она еще здесь. Учитель Дао предложила тебе работу в новом месте? Да, она мне отправила сообщение, хотела обсудить это. Я надеюсь, мы еще как-нибудь потанцуем вместе. Я тоже. Ну что ж, тогда до связи. Пока. Пока. Учитель Дау, я пришла. Учитель Дау? Учитель Дау? Наркотик, который я тебе ввела, он расслабит все твое тело. И временно парализует его. Но это временно. Ты знаешь, почему ты сейчас здесь? Тот. Он был хорошим мужем. Да, иногда увлекался другими женщинами. Но, несмотря на это, наша любовь была крепкой. До того, как он спутался с Ситой. Она хотела украсть Тодда у меня. Этого я не могла позволить. Я должна защищать то, что принадлежит мне. Сита жива. Тодд. Сита. Хотите, чтобы я закончил за вас работу?
Что вы, подруги? Что ты так заботишься о ней? М? Я покрывала эту историю целых 2 года. А ты все испортила. М? Ты забрала у меня Тодда. Будь сильной, живи без меня. Я всегда буду любить тебя, Тодд. Ты убила Тодда. Ты убила меня. И этим ты подписала себе смертный приговор. Ты поплатишься за это. Ты до сих пор сопротивляешься? Не беспокойся. У меня есть еще одна доза для тебя. Хочешь знать, как умерла Сита на самом деле? Я покажу тебе. Как она умерла? В любом случае, это место закроют. Я похороню тебя в нем, если уж ты дружила с той шлюхой. Забавно, ты до сих пор сопротивляешься.
Нет, нет. Нет, нет, нет. Нет. Нет, нет. 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 Два месяца спустя. О, Мин. Выглядишь уже лучше. Я хотела поблагодарить тебя за новую работу. Я просто хотел тебе помочь. Поблагодарить за то, что ты сделала для Ситы. Сита, скорее всего, тебя уже простила. Надеюсь на это. Мин, я готов! У меня для тебя есть сюрприз. Покажу вечером. Какой сюрприз? Пока не скажу. Для начала тебе нужно быть хорошим мальчиком. Я хороший. Правда, хороший.